Отделение травматологии Сифрыбы, теперь это часть Мурманского областного многопрофильного центра, поступило новое медицинское оборудование. Комплекты для обработки костной ткани с четырьмя рукоятками и тремя насадками. Это универсальная износостойкая пила с аккумуляторной батареей, которую специалисты ждали давно. Любую насадку можно установить на новое оборудование и даже регулировать скорость вращения. Также с помощью этого инструмента проводят операции по фиксации спиц в костях. Такое оборудование крайне необходимо в работе травматологов. Рукоятка любого из этих устройств лежит в руке, как будто это продолжение руки хирурга, что важно при работе с костной тканью, потому что мы можем работать как на больших костях, допустим, тазовые кости или кости бедра, а также на фалангах пальцев. То есть от больших до малых рука работает одинаково, инструмент работает хорошо и на тех, и на других сегментах.